Только в центральной его части выявлено около 100 человек, которые регулярно появляются в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения. Этой проблеме было посвящено совещание с участием главы города, полицейских и общественности. Говорилось о том, что больным людям нужно помочь вернуться к нормальной жизни. Очень много таких негативных проявлений в обществе. И не только правоохранительные органы должны с этим справляться. Правоохранительные органы – это уже все-таки хирурги. А нам нужно иметь терапевта. Вот общественность, администрация вышли с призывом к нашему городу, к общественности города о том, что давайте-ка будем работать с этой категорией. Планируется построить так называемый центр детоксикации, где страдающим алкоголизмом будут оказывать первую помощь. На совещании также были приглашены активисты ТОСов, которым предстоит вести воспитательную работу с сочинцами, склонными к злоупотреблению спиртным.